Кирпичанка? Что ты делаешь? Тише ты, смотри! О, это тот самый? Что тот самый? Ну это, ну последнее чудо техники. Андронный коллайдер. Да нету, что-то другое. А что тогда? Не знаю, там инструкция есть. Ты, короче, иди на шухере постой, я ее пока почитаю. Так, универсальный музыкальный электронный радиоуправляемый наноробот «Занимашка». Предназначен для личного использования в целях имитации процесса игры на крупногабаритном клавишном инструменте модели «Рояль». Используется для извлечения звуков различного качества и свойства в соответствии с уровнем исполнительского профессионализма пользователя. Внимание! Операционная система «Doremin Dos 7» не предусматривает взаимодействие с внешними носителями типа аккордеон или челеста. Занимашка снабжен дополнительными устройствами внутренней памяти 1 гигабайт, внутреннего слуха, погрешность плюс-минус 15 Гц, и внутренним регулятором уровня эмоциональности. Ну-ка, что это за чудо-робот? Какая прелесть. Так, ладно, дальше. Конструктивные особенности. Изделие «Занимашка» представляет собой электронную модель пианиста женского пола. Базовые установки. Время работы в режиме беспрерывных занятий... Непонятно. 10 часов. 12 часов? 15? Морозоустойчивый корпус, пригодный для занятия в учебных классах. Не подвергается коррозии и искривлению корпусу даже при длительных технико-механических нагрузках типа пассаж или сложное место. Прекрасные характеристики. Так, применение. Установить робот-занимашка на место эксплуатации путем нажатия кнопки «Место» на пульте дистанционного управления. Так, посмотрим, что он умеет. О, нет, только не это. Нужно выбрать какой-нибудь нормальный стиль. О, вот есть классик. Романтик. Так, а барокко? А это что за стиль? Так, ладно, с этим я потом разберусь. Попробуем пьесу. Какие-то двойные стрелочки. Так, а что за плюс-минус? Так. Это какой-то... Это какой-то непонятный транспорт. Нужно выбрать какой-то нормальный режим. О, режим левой руки. Сыграй ты нормально. Так, как включить правую? Да нет! Нет! Да нет!
что, сломался? Ай, ну что ты ломаешься? Ты пока на автопилоте поиграй, я инструкцию дочитаю. Конструктивные особенности. Не переворачивать вверх дном, не разогревать микроволновые печи, не разбирать музыку 20 века, не кормить товарами ОАО «Житница», не применять вблизи открытого огня и раскаленных педагогов, не использовать на экзаменах, отчетных концертах и других официальных мероприятиях, не принуждать к игре модуляции в тональности с 6-7 знаками и не использовать как защиту от торнадо. Все ясно. Кнопка «Не нажимать». В смысле «Не нажимать»? Единственная моя, светом озаренная, светом обрученная, светлая моя, зачем мне теперь? Все будет хорошо, все будет хорошо. Режим на папином юбилее отключить невозможно, отключить невозможно, невозможно, невозможно. Con la sola yo se me la mano destra, un canarino sopra la fila.